Нью-Йорка. Она не солдат, большую часть командиров мы потеряли, но она отлично справляется. А теперь ты, значит, готов подчиняться? Ты знаешь, на этот раз все по-другому. А, черт! Она заставила меня поклясться, что я никому не скажу. Формально я же держу слово, так? Взгляни, прямо из шкура дерни. Экспериментальные нанотехнологии. Обнаружена модернизация нанокостюма. Немедленная интеграция. Ну, надеюсь, оно того стоит. Многое изменилось. Вот как все началось. Люди шли в Сел ради дешевой энергии. Сел генерировали ее бесплатно, а это вне конкуренции. Скоро они стали монополией, и счета начали расти. У людей не осталось ничего, кроме долгов. Сел выгнала их из домов и загнала в добровольческие лагеря. Это было рабство. Скопировали сектора 1-6. Осторожно, минное поле. Сел использует. Сел использует хитрые штуки. Взрыв только при появлении неавторизированных объектов. То есть нас. Проверь нановизор. Используй костюм, чтобы подключиться к минам. Отключи их. Я бы не был уверен, что Сел абсолютно честны в своих идентификаторах. Этого должно быть достаточно. Пойдем. А? В чем дело? Ничего. Просто скачок напряжения. Прошло. Сканирование сектора. Не высовывайся. Ты как? Ничего нет. Вот, знак смерти. Если оно тебя заметит, тебе конец. Назад, давай назад! Чтобы они не нашли, сейчас она мертва. Далеко до 34-й стрит? Пара километров. Сначала нужно обойти огневой мешок. Нет, Сел приближается.
приближаются. Нет времени идти в обход. Радиус поражения и скорость огня в пределах допустимого. Прорвемся здесь. Слышали, сволочи? Да я вас всех порву, да? Идите сюда! Я вас урою! Ты двинулся крышей? Эти стволы тебя разорвут. А, картинка сложилась? Они отобрали мой нанокостюм, пророк! Человек? Да, человек! Знаешь, что я принес в жертву, чтобы остановить цепов? Как мне это вернуть? О, черт. Итак, каков твой план? Поддержка. Опознание и уничтожение целей. Разведка. Все самое веселое тебе. Ты не тот псих, которого я знал. Все меняется. Значит так. Я буду называть локации, которые вижу. Например, это в секторе 1 Дельта 0. Это потенциальные локации для запаса оружия. Банка 3 Дельта 3 – наша основная цель. Как только доберешься, мы вырубим этого ублюдка. Сектор 1 Дельта 3. Нормально. Вот. Сектор 1 Дельта 0. Сектор 1, Дельта 2, что-то вижу. Значит, да. Я буду называть локации, которые вижу. Например, это в секторе 1, Дельта 0. Это потенциальные локации для запаса. Башня 3, Дельта 3, наша основная цель. Как только доберешься, мы вырубим этого ублюдка. Сектор 1, Дельта 3, нормально. Вот, сектор 1, Дельта 0. Сектор 1, Дельта 2, что-то вижу.